Как в Госдуме намерены ужесточить наказание за мелкое взяточничество и подкуп? Этим летом в Государственную Думу был внесен законопроект, который ужесточает ответственность за получение мелкой взятки и коммерческий подкуп. Инициатива может быть рассмотрена депутатами этой осенью. Одна из новелл – конкретизация получателя или адресата взятки. Авторы инициативы намерены ввести отдельное наказание для коррупционеров, занимающих должности на государственной и муниципальной службе. Так, за получение должностным лицом мелкой взятки в размере не более 10 тысяч рублей предлагается ввести ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей или лишения свободы на срок до 2 лет. За получение коммерческого подкупа до 10 тысяч рублей, согласно законопроекту, грозит штраф до 200 тысяч рублей или ограничение свободы до 2 лет. А при отягчающих обстоятельствах правонарушитель может быть даже лишен свободы на срок до 2 лет. Кроме того, законопроект предусматривает введение за взяточничество механизма конфискации имущества, которого в действующем законодательстве нет.